Василий Задунайский Пупкин. Почему многие так называемые либералы так боятся революции? Не потому ли, что такая работа, оппозиционер, в кавычках, конечно же, в случае революции вся стабильность рухнет, поэтому втайне эти оппозиционеры, в кавычках, и так называемые либералы молятся на Путло, на Путина. Ну, и эта позиция националистов такая очень распространенная. Давайте объединимся, совершим революцию, а потом посмотрим, за кого народ проголосует. Сергей Удальцов тоже там. Революция, а там посмотрим. Революция, расстрелы, ВЧК, а там посмотрим. А уже посмотрели, уже понятно, чем все это кончается. Если мы хотим... Результат важен. Это, только это и важно. Все эти оппозиционные действия, движения. Это же не тусовка, это же не работа оппозиционера. Она не оплачивается при всех этих разговорах о том, что Госдепартамент, там кто-то платит. Никто не платит. Люди делают это потому, что ну, у них совесть есть. Они считают себя ответственными за будущее России. И результат. Ну, не бандитское государство другого типа нам нужно в России, а демократическое государство. Демократическое государство путем революции, во главе которой встанет какой-нибудь Василий Задунайский Пупкин, который начнет уничтожать инородцев, выселять таджиков, не знаю еще что. И рядом будет сидеть Сергей Удальцов, который будет расстреливать за частную собственность. Ну, кому нужна такая революция? Только вот тем, кто рассчитывает на этом поживиться, бандитам. А так называемым либералам, Вася, нужна демократическая Россия. Так называемые либералы не хотят революции не потому, что они ее боятся, потому что они точно знают, чем это закончится. Когда всякие Василии Задунайские Пупкины начнут громить магазины. И Путин поддерживает все эти националистические радикальные движения и коммунистические движения. Главная оппозиция от КПРФ существует на деньги Кремля. И националисты, которых там в свое время создал, объединил Дима Рогозин, тоже существуют на деньги Кремля. И потом они в оппозиции оказались провокаторы. Вот. Очень эффективно раскололи оппозицию, но созданы-то они были Кремлем, и русский марш был создан Кремлем. Вот. Так что это, не знаю, кого вы хотите обмануть, оппозиционер Василий Задунайский Пупкин. Видимо, кого-то из идиотов. Нас вы не обманете.